heaven on earth. Чем сильнее трудность, тем сильнее движение Бога. Чем больше невозможное, тем больше будет чудо. Ливни собираются, облака формируются, облака благословения и пробуждения. А перед возвращением нашего Господа Иисуса мы увидим величайшее движение Бога. Мы увидим, как блудные дети возвращаются, грешники спасаются. Но мы должны быть готовы к такому движению Бога во имя Иисуса. Где бы вы ни находились, мы приветствуем все наши церкви по всей стране, всех наших зрителей из исправительных учреждений, а также всех, кто смотрит нас на ТБН, ТБН ЮТУ, One Gospel, Praise TV, по всей Индии, Пакистане, Facebook, Live, YouTube. Привет, Россия! В следующем году, если Господь позволит, у нас будет конференция в Сталинграде. Я очень этого жду. Привет, Израиль, Америка, Европа, Индия, Пакистан, Китай и, конечно же, Африка. Добро пожаловать! Скажите, лучше еще впереди. А если вы циник, то вы не туда пришли. Потому что здесь вас ждет усиление вашей веры во имя Иисуса. Пусть Бог благословит вас. Я так рад видеть всех вас сегодня. Сейчас здесь тысячи ангелов, а скоро будут и тысячи святых. Мы вернемся. Нет, это будет не так, как обычно. Вам придется приходить пораньше, чтобы занять место. Происходит много хорошего. На Пасху произошло кое-что. Я верю, что вскоре все изменится. Многие люди сейчас полны цинизма и скептицизма, но я отказываюсь быть негативным. Итак, у нас первое послание к Тимофею. 6 глава, 12 стих. У меня не так много времени, но мне этого хватит, чтобы зажечь вас. Иногда я хожу к доктору за стимулом, и сегодня вы получите стимул от меня. Аминь. Стимул для вас и удар для дьявола. Вот так-то. Скажите «Аллилуйя». Первое послание Тимофею, 6 глава, 12 стих. «Веди достойную битву веры, овладей вечной жизнью, которой ты был призван. Ведь ты достойно исповедал свою веру перед многочисленными свидетелями». В другом переводе сказано: «Так что сражайся верой за приз победителя». Кто из вас считает, что Бог призывает вас отвоевать те вещи, которые вы еще не получили? У Бога все еще есть для вас дела. Неважно, что происходит в мире, нам нужно проснуться. Не время быть пассивными в вере, нейтральными или напуганными. В Евангелии от Матфея, 11 главе, 12 стихе сказано: «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Когда-то у меня был друг по имени Бута, такое вот у него имя. Может, он смотрит нас сейчас. Бута был бойцом, он любил драться. Он был готов драться, даже если это закончится его поражением. Помню, как однажды другой мой друг бил его, и со временем его голова стала похожа на тыкву. После драки я спросил Буту, как дела, а он ответил, что это была классная драка. Мне так не показалось. Если вы проигрываете в схватке, то ее нельзя назвать классной. Бог запланировал, чтобы вы побеждали. Мы рождены для победы. Вы рождены, чтобы быть больше, чем победителями. Вы были рождены, чтобы быть головой, а не хвостом, наверху, а не внизу. Иногда играешь с людьми во что-то, к примеру, в шахматы, они говорят: «Ну, для меня победа не главная». Но если вы у них выиграете, то они могут бросить вас шахматной доской. Для нас неестественно проигрывать. Покажите мне того,
кто не против проигрывать, я покажу вам настоящего неудачника. Аминь. Я хочу сегодня поговорить о победе, и моя сегодняшняя проповедь может зацепить вас, если у вас неправильные доктрины или вы стали циником. Но я предлагаю вам послушать сейчас Слово Божие, а не свой жизненный опыт. Самое печальное, что произошло за время этой пандемии, люди утратили свое видение. Видение — это Божья картина вашего будущего. Надежда — это положительное ожидание от вашего будущего. Аминь. В притчах 29 главе 18 стихе сказано, что без видения народ гибнет. Люди буквально сошли с ума. Они не говорят ни о чем, кроме ковида. Я сказал одному доктору из нашей церкви, он часто помогает нашей семье, мы не против докторов, в нашей церкви их сотни, мы не против науки, скажу это еще раз, мы сражаемся с ковидом с помощью науки и веры. Аминь. Мы не ведем себя не мудро, мы не обнимаемся и не целуемся со всеми подряд, мы же не глупые, но мы также не собираемся отказываться от поклонения Богу. В наших церквях безопасно. Аминь. Итак, Бог хочет, чтобы вы жили в победе в любых жизненных обстоятельствах. Скажу это еще раз. Возможно, мы продолжим эту тему на следующей неделе. Библия говорит, что без видения народ гибнет или народ не обуздан. Люди живут в режиме выживания. И обычно такие люди очень циничны. Если вы говорите с ними о будущем, они рассказывают то, что говорят в новостях, или же рассказывают о своем плохом опыте. Но если Бог собирается переместить вас, то Он даст вам новое видение. Видение — это Божья картина вашего будущего. Иеремия 29:11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иоанна 10:10. Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Так говорит Иисус. «А не ваша церковь или ваше учение. Сам Господь Иисус говорит: «Я пришел для того, чтобы вы, сэр, имели жизнь и имели с избытком». А в первом послании к Коринфянам сказано: «Не видел того глаз, не слышало ухом, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим». Лука, 11 глава. «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный». Иакова, 1 глава. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Когда в вашу жизнь входит Иисус, в нее входят перемены, надежда и лучшее будущее. Но не только когда-то на небе, а даже здесь, на земле. «Да придет царство Твое, и да будет воля Твоя на земле, как и на небе». На небе нет бедности, нехватки, болезни и немощи. Перед самым возвращением Иисуса мы увидим на земле небесный климат. Если вы верите в это, то прославьте Бога. Я понимаю, что вам холодно, но это хороший повод, чтобы прославить Господа. Итак, я отказываюсь вступать в клуб слабаков и тех, кто пасует перед трудностями. Я отказываюсь быть в клубе скептиков. Я служу уже 34 года и видел много пасторов с неправильными доктринами. Они никому не помогли. Но Божье Слово остается Божьим Словом, и Бог все еще следит за тем, чтобы оно исполнилось в вашей жизни. Итак, хорошее сражение — это сражение, закончившееся победой. Вы же не поступаете в университет, чтобы потом быть неудачником, не так ли? Вы не начинаете тренироваться, ожидая провала. Вы не женитесь с мыслями о разводе, верно? Так почему же люди решили, что Бог желает нам провала? Проповедник говорит: «Бог хочет, чтобы вы преуспевали». А люди отвечают: «Я в это не верю». Но при этом они всеми силами стараются преуспевать. Хорошее сражение — это то, которое вы ведете, пока не одержите победу. Когда-то мы каждую пятницу играли в теннис с нашими пасторами. Если вы из Блумфонтейна, то помните те времена.
Мы играли до 5 побед, но если я проигрывал 2 или 3 очка, то говорил, что мы играем до 7 побед. Я мог себе это позволить, потому что я их пастор. Иногда мы играли до 9-11 побед. Я играл до тех пор, пока они сами не сдавались, или пока за ними не приходили жены. Я понимаю, что я вел себя не очень благоразумно, но я отказывался проигрывать. А они могли сдаться, или же они уходили, потому что за ними приходили жены. Я играл, чтобы выиграть. Я живу, чтобы... Мы не говорим, ладно. Будет, что будет. Поживем, увидим. Вырос уровень безработицы, и это так грустно, и все в ярости. Но я не вижу себя частью всего этого. Я вижу себя в Слове Божьем. Я вижу себя избранным, помазанным и предопределенным для того, чтобы быть наверху, а не на дне. Потому что так сказано во Второзаконии. Итак, если вы хотите побеждать в жизни, то вы должны забыть, что такое сдаваться. Вы должны избавиться от этой привычки. Вы должны избавиться от сомнений. Они нейтрализуют вашу веру. Вам нужно избавиться от негатива и пассивности, потому что вера не может быть пассивной. Вы не будете выглядеть так, как я, если будете ходить в спортзал раз в месяц. Не смейтесь. Вы думали, одного раза в год хватит, да? Вам нужно продолжать двигаться дальше. Помните Давида в Циклаге? Когда он вернулся домой, выяснилось, что он лишился всего. Это слово Бог дал нам в прошлом году. Что сделал Давид, когда все обернулось против него? Первое, что он сделал, укрепился в Господе. Вы не сможете сражаться только с умственным настроем. Вам нужно быть сильными в Господе. В Его благодати и в силе Его могущества вам нужно собраться. Второе, что сделал Давид, узнал мысли Бога. Он спросил Бога. Недавно я общался с одним из наших топовых бизнесменов, который заведует нашим бизнес-служением. Он сказал: «Пастор, нам нужно продолжать наши собрания в Zoom». Что вы скажете? Я скажу то, что говорил еще в начале этой пандемии. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Вам нужно знать мысли Бога о вашей ситуации. Вам нужно иметь отношения с Иисусом, потому что Бог знает, как вывести вас из долины и как поддержать вас. Вам не нужны шаги 1, 2, 3. На самом деле вам нужны живые отношения с Иисусом. Вам нужно знать голос вашего пастыря и следовать за ним к месту восстановления. Бог может поддержать вас и в долине, и посреди огня. Итак, Давид спросил Бога, узнал его мысли, но это еще не все. Многие люди останавливаются на этом, но Давид, несмотря на свою усталость, устремился вперед. Я понимаю, что многие из вас устали. Из-за этого люди делают безумные вещи. Я слышал много странных историй по этому поводу. Я понимаю, что это непростое время и необычное, поэтому вы не сможете справиться без Иисуса Христа. Вы не сможете справиться без близких отношений с Иисусом. Поэтому я борюсь за то, чтобы люди вернулись в церковь. Нельзя достать уголек из огня и думать, что с ним будет все в порядке. Уголек нужно вернуть в огонь, а людей нужно вернуть в Дом Божий. Итак, несмотря на свою усталость, он двинулся вперед. Иногда вам нужно сражаться, но этого вам хочется меньше всего. Вам хочется уехать на далекий остров с бутылочкой вина, и вы думаете, что так вам станет лучше. Нет, не станет. Вам нужно сражаться за свое. Вам придется перейти реку Иордан под руководством Господа. Вам придется отрастить хребет и сражаться. Вам придется бороться. Так говорит Библия. Библия говорит, что вы должны вести битву веры. И это не предложение, а приказ. Там сказано: «Веди достойную битву веры, борись, не игнорируйте сражения, а сражайтесь». Давид укрепился в Господе. Он настоящий харизмат. Он упал, покачался по земле, помолился на языках, а затем Бог дал ему стратегию. Вы не сможете ничего вернуть без стратегии. Любое дело созидается на мудром планировании и мудрых советах. Поэтому вам нужно узнать мысли Бога для вашего брака и вашего бизнеса. Бог — величайший архитектор. В том, что делает Бог, нет беспорядка. И все, что Он делает, имеет смысл. Посмотрите на анатомию человека.
Все системы в теле придуманы и созданы самим Богом. Знаете, что у Бога также есть план и для вас. У Бога есть для вас путь и стратегия. И когда Бог даст вам свою стратегию, вам лучше отложить в сторону все чувства, усталость, негатив, лень и ваше мнение. Просто сделайте это. Когда все вокруг сдаются, не сдавайтесь. Когда вас сбивают с ног, поднимайтесь на ноги, будьте более стойкими, упорными, решительными, продолжайте свой забег, не сходите с дистанции, бегите и смотрите на Иисуса. Давид начал свой поход 600 человек, а потом 200 человек оставили его, но его это не остановило. Он был полон решимости. Решительность — это огромная сила, как позитивная, так и негативная. Некоторые люди никуда не продвигаются в жизни, потому что они решили быть циничными, негативными и критичными. Решительность поможет вам двигаться в правильном направлении. «Жизнь и смерть предложил я тебе. Выбери жизнь». Иногда самые серьезные перемены, которые вам нужны, — это перемены внутри вас. Вам нужно изменить свое отношение, потому что оно не дает вам прийти туда, где вы должны быть. Вы смотрите на мир и думаете, что проблема в этом мире. Но отношение играет огромную роль. Давид принял решение, двинулся вперед, а когда он догнал врага, то сражался от рассвета до заката. Он сражался, он устал. Он вообще ничего не ел. У него не было времени, чтобы сходить на собрание пробуждения. Но он сражался. Именно поэтому некоторые из вас все еще в бизнесе. Вы сражаетесь. Если вы сражаетесь, то знайте, что Бог Духом Своим обновит ваши силы, восстановит вас и наполнит ваши паруса свежим ветром. Бог наполнит вас силой и энергией для следующих шагов. Вы будете бежать сильнее, вы одержите победу, и вы вернете все. Если вы верите в это, тогда воздайте Богу хвалу. Все обещания Божьи — да и аминь. Бог не передумал только потому, что сейчас в мире локдаун. Люди могут передумать, а вот Бог — нет. Слово Божие стоит незыблемо, оно не меняется из-за политики, начальников и властей. Они могут задержать приход каких-то вещей, но не могут помешать ему. Единственный, кто может остановить то, что Бог имеет для вас, это вы. Я не говорю, что вы можете диктовать время. Я говорю, если Бог что-то пообещал, и вы остаетесь верными Богу и этому обещанию, то Бог исполнит это обещание в свое время. Даже если вначале вам придется оказаться в яме, потом в доме Потифара, затем в тюрьме. Если Богу нужно, чтобы вы попали во дворец, вы туда попадете. И никакой дьявол, никакие проклятия не смогут остановить то, что запланировал Бог. Во имя Иисуса, но вам нужно быть целеустремленным. В послании Иакова сказано: «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Есть такие люди, которые сегодня верят в одно, а завтра в другое. Сегодня они говорят: «Бог дал мне не духа страха», а завтра они перепуганы. У них двоящиеся мысли. Сегодня они хотят заниматься бизнесом, а завтра хотят все бросить. Двоящиеся мысли. Вы не можете позволить себе двоящиеся мысли, потому что, согласно Библии, тогда вы будете нестабильны. Сейчас много нестабильных людей, потому что они не сфокусированы на видении. А если вы теряете фокус, то вы теряете надежду. Что такое надежда? Надежда — это якорь вашей души посреди шторма. Если вы теряете надежду, то вас начинает нести по течению. Вас может унести в сторону любое течение, любой шторм, любая ситуация.
На этой неделе многие люди посмотрели новости, и теперь они снова боятся ходить в церковь. А что изменилось? Только то, что говорят по телевизору. Вначале вирус пришел из Китая, потом нет, потом снова да. Затем говорили, что этот вирус из лаборатории, потом нет, потом снова да. Не нужно ничего говорить о вирусе. Лучше сядьте и помолчите. А вот и нет, у меня есть мозг. Ну что же, в Евангелии от Иоанна Иисус сказал... «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. Скажите в Иисусе, я имею мир. В Иисусе мы имеем мир. В мире будете иметь скорбь, проблемы, трудности, испытания. Но мужайтесь». Он не говорит «бойтесь». Он говорит «мужайтесь». «Выше нос, друзья! Я победил мир, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает этот мир», как сказано в первом послании Иоанна. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир», так сказано в 5 главе 4 стихе. «Всякий, кто родился от Бога, побеждает этот мир». Все, что родилось от Бога, побеждает мир. Рожденный от Бога не по желанию человека, а по воле Божьей, рожденный от семени Божьего. Больше тот, кто во мне, чем тот, кто в этом мире. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Внутри меня живет Бог. Внутри меня живет Творец неба и земли. Все, что рождено от Бога, побеждает мир. Аллилуйя! Я появился не от какой-то обезьяны в результате эволюции. Я появился от Творца неба и земли. Я появился от Бога, и во мне тот же Дух, что воскресил Иисуса из мертвых. Как я могу жить в поражении, если я рожден свыше? А далее сказано, «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Победа, победившая этот мир, это наша вера. Послушайте, вера не может быть пассивной, вера не может быть нейтральной. Аллилуйя! Машину можно вести на нейтральной передаче, а вера нейтральной быть не может. Сядьте в машину, не заводите ее, и посмотрим, куда вы приедете. Когда жена придет домой с работы, вы все еще будете на месте, хотя у машины огромный потенциал. Огромный! Итак, первое послание Иоанна, 4 глава, 4 стих. «Дети вы от Бога, где были вы 34 года назад, когда я ответил на Божий призыв?» Прошу прощения за африканс. На прошлой неделе я получил длинное письмо с упреком за то, что я говорю на африканс, и я сказал. Как вы можете упрекать меня? Я произнес миллион слов на английском и всего парочку на африканс. Я вдруг стал расистом? Это вы расист. Посмотрите в зеркало, это вы. Успокойтесь. У нас тут много разных культур, разных людей, и в следующий раз, когда Ян Филлипс скажет что-то на другом языке, я тоже напишу ему письмо. Прекратите говорить ерунду. Перестаньте искать во всех проблему. Следите за собой. Сделайте себе и всем такую услугу. Если вас не благословляет мое служение, то можете быть свободным. Уходите и побыстрее. Давайте, давайте, не вам мне указывать. Я спасся еще до вашего рождения. Тот, кто в вас, больше того, кто в этом мире. Если вы получите откровение об этом, то не сможете ничего бояться. Потому что Дух, воскресивший Иисуса из ада, живет внутри вас.
Он также поднял вас и посадил в Иисусе рядом с Отцом на небесах во имя Иисуса. Аллилуйя. Дети, вы от Бога. Вы родились от Бога. Да, там так и сказано. Вы родились от Бога. Внутри вас семя Бога. Внутри вас величие. Внутри вас Творец неба и земли. И вы хотите сказать, что Бог не может помочь вам во время этой пандемии? Думаете, Бог не может дать вам мудрости? Конечно же, может. Вам нужно принять решение стоять твердо, потому что Бог с вами, Он за вас. Некоторые из вас, как и я, любят смотреть бои UFC, и когда боец уходит в свой угол, мы кричим: «Вернись на место! Не убегай! Перестань! Давай борись! Бейся!» Итак, к бою уже подключается тренер. Так и мне иногда кажется, что мне нужно сражаться за то, чтобы люди не падали духом. Я напоминаю вам, кто вы? Вы готовитесь к тому, чтобы править. Вы были готовы к этому времени. С вашей верой все в порядке. Вы просто ею не пользуетесь. Вы родились для победы. Вы родились для этого времени. Вы родились для победы. Бог дал вам Духа Святого, а вам лишь нужно стоять во имя Иисуса. Ефесянам 6, глава 10 стих. «Наконец, братья мои и сестры, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Это не предложение. Братья и сестры, подумайте над тем, чтобы стать сильными. Нет, здесь сказано, будьте сильными. Бог не говорит вам делать что-то, если вы этого не можете. Когда вы живете с Богом, вы не можете быть слабыми. Когда вы живете с Богом, вы сильны. Поэтому тут и сказано, будьте сильны в Господе и в могуществе Его силы, не в своей силе, а в Божьей силе. Павлу пришлось научиться тому, что когда он слаб, в Господе он силен. А затем сказано, облекитесь во всеоружие Божие. Сейчас вокруг много полуодетых людей. А тут сказано, одеть все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней, планов, схем и стратегий дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего, поскольку вы участвуете в борцовском поединке, сатана будет атаковать ваше здоровье, ваши финансы, ваш брак, ваших детей. Я не пытаюсь хвалить его, но отличительная черта дьявола — это настойчивость. Он трудится круглосуточно, пока вы берете выходные от веры. Вера никогда не берет выходных. Верой мы живем, верой мы ходим. Верой мы побеждаем, верой мы угождаем Богу, верой мы спасены по благодати. У веры не может быть выходных, вера не может быть нейтральной, вера не может быть на заднем плане. Мы говорим о вере в Бога и Его Слово. Люди говорят, я не верю в эту вашу веру. Не буду говорить вам, во что вы верите на самом деле. Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Ваша вера спасла вас. Не нужно сбрасывать веру со счетов, потому что вера — это дар. Это семя, которое Бог дал нам для жизни. С ее помощью мы одерживаем духовные победы. Для сего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, что вы должны делать в первую очередь? Стоять. Отстаивать свои позиции. Иметь выдержку. Духовную выдержку, а не быть ребенком. Перестаньте постоянно жаловаться. Проявите выдержку, стойте в вере. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности. Узнайте, кто вы во Христе.
и откровение о праведности принесет вам исцеление и обеспечение. Праведность — это дар, который вы получили от Иисуса Христа. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Не знавшего греха, Бог сделал грехом, чтобы мы стали праведностью Божией во Христе Иисусе. Поэтому ходите в праведности, ходите в том, что Бог приготовил для вас. Вашей новой идентичности не позволяйте чувству вины лишить вас вашего места во Христе, потому что ваша победа зависит от этого. А затем сказано: «И обув ноги в готовность благовествовать мир». Это означает: живите целеустремленным. Не бывает бесцельного христианства. Смысл христианства не в самосохранении или выживании. Его смысл в проповеди Евангелия. Мира. В любых обстоятельствах мы утешаем людей тем утешением, которое мы получили от Бога. Мы проповедуем Евангелие нашим друзьям. Мы спасаем души. Мы опустошаем ад и заселяем небеса. Не бывает христианства без служения величайшей цели. Вы меня, надеюсь, слышите? Тогда скажите «Аминь» во имя Иисуса. Так, а больше всего... Скажите «больше всего». Ну, давайте, говорите. Что-то я вас сегодня не узнаю. Сейчас возьму и уеду в Йоханнесбург. Скажите «больше всего». «Паче всего» значит «больше всего». Не так же, а больше. Не хочу никого обидеть, но... «Паче всего». Я понимаю, что вас раздражаю. Я делаю это специально. Если вас такое цепляет, то вам нужно спасение. Разберитесь со своим сердцем. Очень часто я слышу, как на собраниях люди говорят на языке зулу. Я ничего не понимаю, но я сижу и улыбаюсь, будто бы мне все понятно. Я чуть ли не единственный белый на таких собраниях. Они начинают говорить на зулу или на других языках, а потом вспоминают, что я там. Но я не обижаюсь. А что вы делаете, пастор? Говорю на африканс. О, нет-нет, я пошутил, всего лишь пошутил. Недавно я зашел в банк, а там люди минут пять, наверное, говорили на суту. И при этом я их клиент. Так что же мне делать? Написать жалобу в банк? Перестаньте вести себя как младенец. Перестаньте искать повода для обиды. Повзрослейте, наконец, уже. Есть проблемы и поважнее. Я африканец, но говорю на английском, чтобы вы все могли меня понять. Поэтому будьте снисходительными, когда я говорю что-то на африканс. Может, в тот момент я споткнулся. Это вы так считаете, но мне все равно. Итак, паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите. И меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. А сейчас я хотел бы прочитать вам 16 по 18 стихи в другом переводе, чтобы вам было понятнее. Павел говорит: «В каждой битве используйте веру как круговой щит». Вы все знаете, как использовать щит и меч. Однажды я уже показывал вам эти вещи, но кое-кто обиделся и сказал, что это слишком агрессивно. Конечно же, мы не хотим никакой агрессии в Южной Африке. Это не о нас. Давайте еще обезоружим всех, кто хочет защитить себя. Давайте оставим оружие преступникам. Мы ведь этого хотим для Южной Африки, не так ли? Так они закрывают все доброе.
все хорошее и помогают злу торжествовать. А верно? А мы, христиане, будем просто сидеть, будто мы в коме. Нет. Мы должны сражаться. Спасибо за одно аминь. Итак, в каждой битве используйте веру как круговой щит, потому что он может погасить пылающие стрелы, летящие на вас от лукавого. То есть вы побеждаете верой. Вы останавливаете атаки сатаны верой, а не своим интеллектом или своим завышенным самомнением. Это ничего не означает. Очень много самоуверенных людей живет в поражении. Наденьте силу полного избавления спасения, как шлем, чтобы защитить ваши мысли от лжи. В послании к филиппийцам сказано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мы не волнуемся, мы молимся и славим, мы приходим к Богу. Аминь. То есть вам нужно защищать свой разум от лжи, от обмана и от духа Антихриста, который действует в этом мире. Бог дал вам не духа страха, но силы, любви и здравого разума. Мне нужно защищать мой разум и мои мысли, чтобы моя вера работала. Слушайте дальше. «И возьмите могучий, острый как бритва, духовный меч изреченного Слова Божьего». Об этом мы поговорим чуть позже. Слово Божие ничего не может сделать в вашей жизни, если оно не в ваших устах. Когда Дух Святой крестил христиан в день Шавуота, они говорили на языках и пророчествовали. Это провозглашение Слова Божьего под помазанием Святого Духа. Вот что это значит — говорить Слово Божие «Я буду жить и не умру». Ваш язык — это как рука скорописца. Призывайте свое будущее, называйте несуществующее как существующее. Вот как Бог создал все вокруг из хаоса. Если в мире хаос, вы не можете говорить о хаосе. Вам нужно провозглашать жизнь и здоровье. Там, где тьма, вы должны провозглашать свет во имя Иисуса. Бог дал нам все это, чтобы защищать нас. Шлем спасения, броня праведности, щит веры, пояс истины, ноги, обутые в готовность нести мир. Бог дал христианину ноги, чтобы он двигался, а не сидел и не киснул на месте. У такого христианина нет цели, а это единственное, что волнует Бога. Он любит вас, чтобы вы любили других. Он спас вас, чтобы вы спасали других. Он исцелил вас, чтобы вы исцеляли других. Не бывает эгоистичного и эгоцентричного христианства, где вы живете только для себя. Люди говорят: «Бог задумал этот локдаун, чтобы люди обратились к Богу». Какая ерунда! Это совсем не по Писанию. Сатана приносит разрушение и беспорядок. Иисус сказал: «Я создам мою церковь, и врата ада не одолеют ее». За один раз Бог добавил к церкви 3000 человек, а затем церковь росла. Они изменили мир, они изменили всю Малую Азию и Северную Африку. А за несколько лет Евангелие разлетелось по всему миру. Перед приходом Иисуса Бог мобилизует свою церковь. Мы увидим великие церкви, великие крусейды, великие собрания, и Бог будет прославлен. Люди будут спасаться, а Бог будет двигаться, как воды покрывают землю, так слава Божия покроет наш мир во имя Иисуса. Мы увидим величайший урожай душ. Если верите в это, то воскликните «Аминь» и воздайте хвалу Господу Иисусу. Аллилуйя! Нам нужно сражаться, даже если не хочется. Вера — это полная противоположность чувств. Мне не хочется подниматься, не хочется идти в спортзал. Да, но при этом я это делаю. Мне не хочется читать Библию, но я читаю. Мне не хочется пророчествовать, но я это делаю. Сражайтесь с верой. Мы уже в бою, и мы должны победить.
несмотря на сопротивление, на другие обстоятельства, Бог с нами, Бог за нас. И когда мы смиряемся под Его крепкую руку, но я так и не дошел до этого местописания. Это первое послание Петра, 5 глава. Оно все соединяет воедино. Бог возвысит вас в свое время. Будьте терпеливы, ободритесь. Бог вас не забыл. Он вас не бросил. Он не против вас. Возможно, вы в плохой ситуации, но Бог не дремлет. Возможно, вам кажется, что Бог оставил вас, или же вы утратили надежду. Возможно, вы не знаете, где вы проведете вечность после своей смерти. Но я хочу сказать вам, что Иисус любит вас, и никакие ваши действия не заставят Бога разлюбить вас. Возможно, вы хотите вернуться к Иисусу. Тогда прямо сейчас положите свою руку на сердце и повторяйте за мною. Скажите так: «Господь Иисус, сегодня я отдаю себя Тебе. Я принимаю Тебя моим Господом и Спасителем. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Спасибо за Твое прощение и новое начало во имя Иисуса. Аминь. Бог любит вас. Обязательно сходите в церковь. А теперь давайте прославим Бога за каждого спасенного человека. Аллилуйя.